Меня зовут Мария Алексеевна. Я звоню вам с города Воронежа. Угу. Что за проблема у вас? У нас проблема с холодной водой. В нашем доме двухподъездный дом, девятиэтажный, квартир 180. Коридорного типа дома, старой постройки, да, советского еще периода, понятно. И вода вот так вот, как вы говорите, с проблемой с водой. Вода вообще идет, не идет, включают, выключают. Какая основная проблема у вас? Вы понимаете, у нас вода вообще очень плохо идет. Давление слабое. Холодное, да. Очень слабое давление. Вот знаете, Мария Алексеевна, я последнее время, когда приезжаю в субъекты, а в Воронеже я буду в конце февраля, и однозначно к вам приду, если можно, в гости, посмотреть, отладили ли систему холодного водоснабжения. Я точно знаю, что у меня в графике моих поездок в Воронежской области, город Воронеж, стоят. И мы с прокуратурой, наверное, уже, потому что я понимаю, что государственная жилищная инспекция тоже не знает, чем она должна заниматься и защищать интересы людей в городе Воронеж. Вот... Не понимают люди зону своей ответственности. И Роспотребнадзор. Вот смотрите, сколько вопросов я задавать буду в Воронежской области тем организациям, от которых зависит наши с вами благоприятные условия для проживания. Которые должны эти все вопросы задать будут управляющие организации. И вот мы с вами, надеюсь, нам-то нужно, чтобы все-таки благоприятное, комфортное проживание в наших домах было.